Продовжимо обговорення підсумків цього політичного тижня, останнього в році, тепер з Юрієм Бойком, засновник опозиційної платформи «За життя», гість нашої програми. Вітаю вас, Юрій Анатолійович, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Як ви вважаєте, чому цей тиждень, останній у цьому політичному році, у Верховній Раді став настільки скандальним? Чому саме на такій ноті коаліція вирішила закінчити рік? На самом деле весь год был скандальным, потому что за год парламент принял 143 закона и 223 постановления. И из них можно по пальцам на одной руке пересчитать те, которые действительно нужны обществу. А в основном это были политические декларации, законы, которые выполняют роль предвыборной кампании президента, участвуют в ней. Поэтому и этот последняя неделя не стала исключением. Особенно вот принятие так называемого закона о церквях, 5309, которая, в общем-то, взорвала практически парламент, это классический пример того, что власть, нарушая Конституцию, влезла в церковный вопрос. Это прямое нарушение Конституции. Парламент взял на себя несвойственные функции. Понятно, что это делалось под дирижированием действующего президента. Понятно, что это было направлено на действие, на раскол дальнейшего общества, на религиозный конфликт. И самое плохое, что вот это действие сегодня будет иметь последствия. Я считаю, что мы должны противостоять этому, и мы уже начали эту работу. Оппозиционная платформа «За жизнь» подает в суд конституционный, подает в суд на то, что нарушены конституционные права граждан выбирать религию самим, а не под действием парламента, который практически вчера сказал так: вот эта церковь хорошая, а вот эта плохая. И вы идите все вот туда, а не ходите туда. То есть это вообще было уникальное явление. Я не могу себе представить, что в какой-нибудь европейской стране парламент вот принимал такое решение по церквям. Парламент принимал, брал на себя ответственность вот клеймить позором какую-то церковь или наоборот говорить, что вот это хорошее. Я считаю, что вот как раз это и является визитной карточкой сегодняшнего состава парламента. Он потерял доверие людей. И сегодня 4% населения всего доверяют действующим составу парламента. Вот результат действия его в 2018 году. И чем скорее он будет сменен в следующем году, тим проще буде жити гражданам нашої країни. Зрозуміло. Дивіться, нарешті оприлюднені деталі нового меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Якщо коротко, так вижимка. Не слід очікувати збільшення соціальних виплат, зниження податків, проте може бути підвищення тарифів та масштабна приватизація. Ви вірите, що цю програму можна буде реалізувати і, власне, що її реалізують? На самом деле, от меморандум, який я посмотрел, це національне уніження. Це ж настільки треба не вірити українській владі, щоб прописати все, в якому місяці має працювати антикорупційний суд. Причому здесь МВФ? Это в какие объекты надо продать? Центр Энерго, шахта Краснолиманская, то есть объекты, в которых делается коррупция сейчас высшими государственными чинами. Поднятие цен на газ. 8 раз подняли цены на газ собственной добычи, назвали это реформой и продолжают это делать, при том, что люди уже выброшены из цивилизации, люди уже переходят на дрова, люди не могут прокормить, протопить свое жилище. Вот мы зарегистрировали сейчас закон 94.03. Если не в этом составе парламента, так в следующем мы его примем. Мы будем добиваться, для нас это принципиально, потому что это не популизм. Это мы посчитали, какая должна быть максимальная цена на газ для всех категорий потребителей. Это 4 сегодня, с учетом себестоимости газа собственной добычи и стоимости импортного газа, это 4820 гривен сегодня. И вот и там есть формулы соответствующие, если меняется цена, меняется себестоимость, меняется, соответственно, цена для потребителей. И уже исходя из нее делаются и субсидии, и продается газ промышленным потребителям. И мы будем этого добиваться, потому что ну, я сам видел своими глазами, как в деревне Скрыголивка Киевской области женщина закрыла газ, перешла на дрова, ходит к себе в сад, рубает дрова там и топит дровами. То есть людей выкинули даже не в прошлый, а в позапрошлый век. Когда я работал министром, для меня была честь, что мы сделали уровень газификации в стране, в селах 67%. Сел были газифицированы. А сегодня люди вынуждены закрывать сами газ и отказываться от благ цивилизации. И что это за правительство, что это за власть, которая довела людей до того, что они переходят на дрова. А завтра они на кострах, придется им готовить пищу во дворе,
с учетом такого подхода сегодняшнего режима. Поэтому этот меморандум будет пересмотрен. Мы не должны работать тупо под рекомендациями Международного валютного фонда. У нас должна быть своя национальная гордость, своя национальная позиция. Так она, собственно говоря, и была. И переговоры всегда были трудно с Международным валютным фондом. И мы должны отставить позицию наших граждан, а не бюрократов с МВФ. Зрозуміло. А ну, взагалі, чого і політикам, ну в першу чергу, напевно, людям, простим українцям, очікувати від наступного року? Це буде час ну, такого махрового популізму. Нас чекає дві передвиборчі кампанії. Що цей рік може змінити і в українській політиці, і в житті людей? Я сподіваюся, що буде змінена сьогоднішня власть. Понятно, що вона буде другая. І задача перед новою властю – це, в першу чергу, принести в країну мир, чого хочуть всі люди. А дальше заниматься экономикой и перестать быть попрошайками в мире. Перестать ездить по миру и сшибать кредиты, а заниматься своими рабочими местами, своими предприятиями. Делать так, чтобы люди чувствовали заботу государства о себе, а не работать и ходить на коленях. Вот дайте нам еще один кредит, дайте нам еще что-то. То есть на самом деле возрождение национальной гордости и борьба с бедностью – это вот то, чем мы будем заниматься после смены власти. Я дякую вам за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко був гостем подробиць тижня. Спасибо вам. Дякую за те, що знайшли час.